Всем привет, дорогие друзья! С вами Альберт и добро пожаловать на наш канал Playtime. Сегодня я для вас сделаю первый взгляд на очень замечательную игру Mirror Edge. Кто-то в него, может, играл, кто-то смотрел видео, так как игра вышла на самом деле в 2008 году. Но есть и люди, которые не знают про него, или есть те, кто просто хотят вспомнить. Я, ребята, у него, честно говоря, не играл, но много слышал очень хороших отзывов, поэтому решил в нее поиграть и сделать первый обзор, точнее даже сказать не обзор, а первый взгляд вот на эту игру. Ну, в игре Mirror Edge нас ждет очень много интересного. С вами мы погрузимся в огромный красочный город, где будем выступать в качестве курьера, прыгая по высоким небоскребам и карабкаться по водосточным трубам, убегая от наших врагов. Ну и, ребята, всего не расскажешь и не перечислишь. Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Желаю вам, дорогие друзья, приятного просмотра. Когда-то этот город лучился энергией. Темный и опасный. Но такой живой и прекрасный. Теперь он стал другим. Поначалу все менялось незаметно. Кто-то этого не заметил, а кто-то просто принял перемены. Они выбрали комфортную жизнь, другие нет. И те, кто не подчинился, были выброшены на обочину. Стали вне закона. Они наши клиенты. Мы называем себя бегущими. Мы существуем на грани реальности и ее блика. На грани отражений. Мы избегаем неприятностей, чужих глаз. И копы не сильно нас достают. Бегущие видят город иначе. Мы видим поток. Крыши превращаются в дороги и перекрестки. Ловушки и тупики. Пути к спасению. Поток заставляет нас бежать. Он же помогает нам выжить. Оценили твою болтовню, Фейт. Но когда тебе надоест рисоваться, может, возьмешься за настоящую работу? Я шепну Селесте, чтобы она встретила тебя в условленном месте. Ты должна передать ей посылочку. Она будет ждать у антенны дальше по дороге. Отлично, ребята. Все. Наше первое задание. Проведем его. Ух ты. Так, первое задание. Сейчас мы это все испробуем дело. Вот. Так, отлично. Здорово. Все, пока у нас получается. Идем, отправляем посылочку. Вот таким образом. Опа. Классно. Так, ну, я думаю, мы идем в правильном направлении, потому что здесь что-то... Ни карты, ничего такого подобного нету, да? Опа. Тихо. Ого. Лучше вниз не смотреть. Хватит мечтать. Селеста уже рвет и мечет. Она почти у антенны. Всего лишь передай сумку. Остальное ее забота. Окей. А я чем занимаюсь, по-твоему? Ты что на меня кричишь вообще?
Так, по всей видимости, нам туда, да? Нет? Нет. По всей видимости, нет. Опа. Давай. Вот. Я сейчас не знаю, что я сейчас сделаю, но я сейчас, наверное, прыгну. Вот я цепанулся. Зашибись. Если бы не цепанулся, на этом бы, ребята, закончилась бы игра. Так, это что у нас? Дверь. Сразу такое задание, что я не знаю прямо. Слейд, ты обнаружена. Вертолет новостей засек копов, и они направляются к тебе. Что мне делать? Что-то мне нужно сделать. Так, сломать дверь. Нет, здесь дверь, наверное, не сломаешь. Так, эту дверь тоже не сломаешь. Так, вижу. Давай, наверх. Опа. Назад. Так, там не допрыгну. Почему бы нет? Отлично, красавица. Что это? Подсказка. Собирайте сумки, спрятанные в тайниках или брошенным другим бегущими. Знак бегущего укажет на тайник, расположенный неподалеку. Угу, понятно. Завтра не будет уверенного Калкина на верхней точке. Так. А, по возможности всегда избегайте врагов. Ну, это само собой. Атака в последнее время поступающая. Так, ребята, ну, прыгнем, попробуем. Бросай сумку и подними руки так, чтобы их видели. Нет. Вот она. Ты серьезно влипла? Немедленно беги оттуда. Да я в курсе. Валим. Куда? Я подключаю Селесту. Сел, ты тут? Какого черта происходит? Я слышу выстрелы, да и птички стали слишком любопытны. Сумку нашел. А что дальше? Сейд уже рядом, приготовься. Блин. Опа. Давай, бежим. Куда? Налево. Жесть. Эти уроды не могли попасть в меня. Мне просто повезло. Вот это было, да. Это было круто. Жесть. Бежим. Да что ты делаешь? Отлично. Впереди копы, ты должна прорваться через них. Серьезно? И как это мне интересно сделать? Так, в режиме. Окей. Вот так вот. Понял? Давай, побежали. Отлично. Вот так вот. Здорово. Я уже вижу, Фейд. Наверх, дорогая, давай. Вот этот был прыжок, ребят. У меня сердце даже остановилось во время полета. К вам направляются еще коп. Здорово. Я этого не хотел. Ты должна уйти с этой крыши, Фейд. Плевать, вот я что должна, давай. Да бегу. Давайте. Отлично. Вот она, ребята. Вот она игрушка. Вот он адреналин. Все здорово. Нет. Скажи, простой закат. Какого черта началась пальба? Чего ты там натворила, Фейд? Ничего. Они просто начали палить. Что в городе происходит? Я пораспрошу людей. Тащи свой зад обратно на базу, Фейд. Окей. Повторите, офицер Коннорс!
Направляюсь к Поупу, Роберту Поупу. Он заявлял о взломе на прошлой неделе. 56-я Вест Арланд Драйв. Сообщите лейтенанту Миллеру. Принято, офицер Коннорс. Коннорс, конец связи. Привет, сестренка. Ты там, малышка? Да, Мерк. Порю сидишь и слушаешь их болтовню. Сам знаешь. Ты ж попробуй вздремнуть. У нас был тот еще денек. Постараюсь завтра узнать, что нашло на копов. Отчего у них пальцы на курках зачесались. Я заскочу попозже, хорошо? И не раздави пиццу. Мне нравится, когда она пышная. А, понятно. Пока, Мерк. Всем подразделениям прибыть на 56-ю Вест Арланд Драйв. Соблюдать осторожность! Мерк. На связи. Подключай канал, следи за мной. И, дорогие друзья, на этом я заканчиваю свой первый взгляд на замечательную игру Mirror Edge. Если вам понравилась эта игра, и вы хотите посмотреть продолжение прохождения этой игры на нашем канале, то с вас 10 лайков, а с меня полное прохождение. С вами был Альберт. Подписываемся на наш канал, ставим лайки. Всем пока!